Как вы ответите, если я спрошу вас, кто подарил русским рэперам больше всего стиля за последние 10 лет? Если что, ответ Ромы Жиган неправильный. Потому что начиная с 2013 и по сей день некий скриптонит раздает самого свежего стиля. И в этом видео мы препарируем парочку его битов, чтобы найти те фишки, которые ты сможешь применить в своих битах и сделать их чуточку лучше. У меня много вопросов, так мало ответов, точнее до завтра. Во-первых, грув всегда главный, в мелодии в том числе. И в треке «Радуйся» с альбома 7 вся мелодия строится вокруг всего лишь одного мотивчика длиной всего лишь в два такта. И почему же трек звучит интересно? Во-первых, из-за мелодии, она сама по себе уже качает. Во-вторых, из-за движения и глубины. Каждые 8 тактов музыка меняется почти полностью, исключая вот этот мотив. Всегда, я стараюсь идти к простому. В первом куплете играет только флейта и что-то типа пианино на заднем плане, которое размазано до состояния текстуры. Вместе с этим играет довольно минималистичный бит, 808 на одной ноте, один закрытый, один открытый хэт и пара снеров. И для куплетной части этого вполне достаточно, особенно для контраста со второй частью. Тут начинается настоящий эпик, к сухой флейте прилипает второй слой на октаву выше, с каким-то шиммером, с ревермом, более широкий, более такой объемный звук, а к заднеплановому фортепиано прилипает что-то типа такого синтового жирного баса и, возможно, какие-то низкие струнные, возможно, их там нет. Мне главное, чтобы моя музыка мне нравилась. В итоге, да, это все типа делается для народа. Но если я буду думать о народе, когда я делаю музыку, музыка вообще не народная, а выйдет. В практике, вот примерно так звучит мелодия скриптонита, и точно такого же звука я не добьюсь, так что я возьму примерно те же самые компоненты и соберу из этого что-то свое. Вот оно, да. Вот также быстрая мелодия на флейте, тоже длиной в два такта, тоже в которой есть структура вопрос-ответ. То есть так же, как у скриптонита первый такт как бы интонационно задает вопрос, а второй такт как бы на него уже отвечает. Ну и ритм мелодии строится похожим образом, и вот это начало второго такта я взял у скриптонита из начала его первого такта. Ну и также добавлю какое-то размазанное пианино, которое будет играть просто по ноткам аккорда до минор, то есть до, соль это квинта, до шарп это терция. Так, наверное, вот эти нотки я сделаю чуть погромче, продублирую их на пару октав вниз вот так, и низкие ноты сделаю потише. Пианино с обрезанным низом, зафильтрованное дёти фильтром и размазанное ревербом и шиммером, потому что оно все-таки заднеплановое и не должно вылезать на передний план. Флейта мелатроновская, на ней тоже довольно много эффектов. Во-первых, Devil Lock чуть-чуть подкрученный, чтобы просто добавить флейте читаемости за счет очень легкого дисторшена. Также чуть-чуть подкрученный Horus Magic Switch, чтобы легкую ширину создать. Довольно жесткая настройка имиджера, чтобы эту ширину усилить. И чуть-чуть ревербом, просто чтобы поприятнее было. И чтобы мой бит хоть как-то отличался от битаскрипа, я добавлю вот такой вот какой-то этнический звук для акцентиков. Он будет играть что-то типа... А во второй части будет чуть-чуть иначе. Возьмем половинку от вот этого разгончика. И здесь он просто подыграет уже. Но главный секрет скриптонита, это, к сожалению, вообще не секрет. Потому что это работоспособность и усердие. Чего только стоит три альбома за 2023 год. Один из которых микстейп, и на нем есть уже выходившие песни и ремиксы. Но даже так, количество материала просто огромное. И в большинстве треков он либо сопродюсер, либо, что еще чаще, написал музло вообще в Солянова. А ведь еще надо и тексты писать. А ведь еще он и вот этот относительно недавний альбом спродил. Короче, у скрипа либо 36 часов в сутках, либо просто чудовищное трудолюбие. Талантливых людей кругом полно. И че толку? Самое крутое, когда есть и талант, и трудолюбие. Это работает лучше всего. И при этом у него хватает времени ругаться с коллегами и удалять треки с площадок. «Жить как я живу» — это один из моих любимых треков со свистков и бумажек. И вот за что. Ну и раз уж это мое видео, то я расскажу вам, чем мне так понравился скриптонит. Впервые я увидел его еще на Rap.ru в списке перспективных новичков. Там был клип «Выбор без вариантов», и на 2014 год это был прорывной звук. Ну и, конечно, панч. Ты хотел настоящий трэп, вот это трэп. Потом был стиль. Самый стильный трек и клип, который я слышал на сегодняшний день. Но самое главное, что заставляет меня слушать и новые, и старые треки, и альбомы скрипа, это его саунд. Такого кача нет больше ни у кого. Он не делает супер долбящий кач для солевых дискотек, а создает такой аккуратный, обволакивающий грув, от которого вообще не устаешь. И в его битах музыка, как правило, собрана в такую настоящую пачку. Вот мы сейчас сделаем громче голос, да? Пачка потеряется. Где сложно отделить слухом один инструмент от другого, и поэтому я слушаю и иногда просто не могу понять, как это сделано. И это в том числе мотивирует меня развиваться в битах и наполняет энергией к этому. И в том числе поэтому я и сделал это видео. А что тебе нравится или не нравится в музле скриптонита? Напиши в комментариях. В бите все будет минималистично, но на своих местах. Вот такой кик. И усложнение в конце, вот такое. Для эффекта плацебо можно второй и третий звуки немножко подвигать взад-вперед. Типа вот как-нибудь вот так вот и как-нибудь вот так вот. Типа так будет немножко грувить сильнее. Парт кика полностью переносим на 808, жмем Ctrl-L, чтобы продлить все. И последний звучок поднимаем на D-sharp, все остальное будет играть на C.
партию снэра отыграют два ремшота. Один будет вот такой вот поглуше, а второй будет поярче. И в настройках сэмпла для более яркого снэра чуть-чуть крутану стереоделей, чтобы сумма снэров стала более широкой. Потому что что-то такое я услышал в бите Скриптонита. И подробнее о таких фишках будет во второй половине ролика, а пока перейдем к сердцу ритма, к закрытым хэтам. Во-первых, нужно выбрать довольно мясистый звук. И во-вторых, конечно, крутануть ему немножечко шифта. И прописать все на немножко пониженной ноте. И, конечно же, в велосити. Раза два такта вот в этом месте будет пробежка на 1/3. Переключаемся. Ctrl-U. Вот так. Потом перед каждым снэром будет такая вот пониженная нотка. И вообще, вторая и четвертая четверти такта это лучшие места для того, чтобы располагать пробежки. Собственно, я так и поступлю в следующем такте. И вот здесь тоже на 1/3 сделаю, только на замедленной, так сказать, 1/3, и везде покручу velocity для всех этих пробежек. Если velocity у хай-хетов не трогать, то пропадет дыхание ритма. А это дыхание — это один из маленьких винтиков в механизме грува, без которых никуда ничего не поедет. Еще есть open head, я ему сразу настрою envelope и чуть-чуть LFO, чтобы он немножко так дрожал. И поставлю я его на четвертую четверть первого такта и третьего такта, потому что, как я говорил, вторая и четвертая четверть — это хорошее место и для пробежек, и для open head'ов. И, естественно, играть он будет пониже, вот так, да. Да. И как обычно напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я, который отлично подойдет даже новичкам. То есть даже если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей, и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео и в закрепленном комментарии. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. В эпичной части будет играть вот эта флейта из Nexus, который добавился в обработках Shimmer. Играть она будет на октаву. Выше, естественно. Еще выше? Да. На 2 октавы выше. А вторая половина эпика — это вот этот пресет из пака Undercurrent, который я нашел в разделе Distortion. Этот синт будет играть по ноте C в основном, и в конце будет отыгрывать по ноте D-sharp, потому что он скорее родственный с 808, чем с пианином. Чем с пианино. И в Nexus есть практически одинаковые струны, номер 2 и номер 3. Один будет играть у меня в левом ухе, другой будет играть в правом ухе, чтобы было пошире. Играть они будут на супер низких нотах. Этот левый кусок, это правый кусок. Еще в эпичной части добавлю второй этнический звук, который будет отыгрывать по ноткам мелодии. И все. Ну, в смысле, повторяться будет два раза. И после эпичной части в треке скрипа играет заресэмпленная флейта на октаву вниз, так что мы тоже ее заресэмплим. Ctrl-Alt-C. Ресэмплить я ее буду без эффектов, чтобы потом просто скинуть на канал самой флейты. Stretch, range 12, я опускаю на октаву. Только она как-то мутно и нечитаемо звучит в миксе. Так что отправлю на другой канал микшера, чтобы потом отправить этот канал на канал с флейтой, чтобы на эту флейту независимо повесить декапитатор. В первую очередь, конечно, Bright. Ну, короче, такие FL-овские костыли, все нормально. Не должен читаться откровенный дисторшн, но при этом она должна лучше прорезаться сквозь микс. Вот так. Можно еще стиль повыбирать. Итого, в этом бите за грув отвечает флейта и хай-хеты, а все остальное просто не мешает и дополняет их. За счет этого бит работает. И вторая крайность битов скриптонита — это сэмпл длиной в один такт, который растянут вообще на весь трек. Прямо как в треке стилит. Ты научился проставляться, но не научился стилить. При этом нельзя сказать, что бит звучит надоедливо. Разнообразие тут в другом. Спустя 8 тактов мелодия спускается на 6 полутонов, а во второй половине трека появляется какая-то легкая контрмелодия на гитаре. При этом в ударных есть второй закрытый хэт, который играет с небольшой квантизацией и который сильно расширен. Также в начале трека есть второй расширенный 808, и кику тоже прилейрено что-то такое расширенное. То есть вообще вся ритм-секция в этом треке такая огромная, мощная, мясистая. Самосовершенствование — это, ну, путь к тому, чтобы жить, я считаю. Ну да, профессиональный рост — это такой допинг. А для своего тайпа я решил взять вот этот сэмпл. Выбирал я между ним, вот этим сэмплом и вот этим сэмплом. Но первый меня все-таки зацепил название. Вот тут есть крутой фрагмент. Перетаскиваем его в плейлист и сразу же в моде переключаем на стретч, потому что вверх-вниз пич будем гонять в любом случае. Моя мелодия будет длиться 2 такта, а не 1, потому что красивые 2 такта, по-моему, найти гораздо проще, чем красивый 1 такт. Потому что вообще самое сложное — это найти маленький и красивый кусочек музыки, который сможет без остановки зацикленно играть на протяжении 2 минут и при этом не надоесть. Вот эту конкретную штуку я искал 2 часа, в итоге нашел на канале Vinyl Frontier East. Вообще все каналы, вот эта сетка Vinyl Frontier, хороши для того, чтобы искать сэмплы. Ну или можете просто в поиске в YouTube вбить rap sample или soul sample или что-то такое и найти кучу плейлистов. Угу, неплохо. Но еще круче будет, если его зареверсить. Вообще, реверснутые сэмплы — это просто имба.
Бас для этого сэмпла звучит на ноте Е, но поскольку я хочу сделать еще вторую часть, которая будет играть на 5 полутонов ниже, чем это, если мы эту опустим на 5 полутонов, то получится нота Б, а это слишком низко, а если задрать на октаву, то слишком высоко. Короче, вот этот кусок конкретно я опущу сейчас на 2 полутона, чтобы следующий минус 5 от него звучал уже на ноте не Б, а на ноте А. А этот кусок будет звучать на ноте Д. Я надеюсь, что вы не запутались. Главное, что здесь нота Д. Теперь звучание 808-го. Вот сначала вот этот обычный, и к нему мы добавим еще расширенный. Кроме этого, он должен быть и поярче, так что вот Little Radiator с довольно таким сильным миксом и довольно сильным хитом. И Major довольно сильно расширяет, естественно, со стереоайзом. Играть он будет все на той же ноте. Естественно, и первому, и второму 808-му нужно настроить envelope, чтобы они друг на друга не накладывались. Еще я тут сделал паузу под кик. Ну и раз уж ты досмотрел вот до этого момента, значит самое время подписаться на канал, ведь это видео тебя чем-то зацепило, так что подпишись прямо сейчас, а мы продолжаем. Паттерн кика будет играть уже чуть-чуть более сложную партию, как минимум потому, что здесь меньше музыки, но больше бита, а в том бите было больше музыки и, соответственно, меньше бита. То есть, если бы и ударная, и музыка была сложной, то звучало бы немножко перегружено. Еще к кику я подложу вот этот сэмпл, только ему нужно настроить envelope обязательно, чтобы его хвост не вылезал слишком сильно. Ну и еще я крутану ему стерео дилей, потому что он как раз отыгрывает партию стерео кика. Просто Ctrl-C, Ctrl-V и немножко убавим его. Снэр в данном случае это обычный снэр, который будет просто играть на низкой ноте. И по той же логике, что и в прошлом бите, мы добавим к нему ремшот, который будет расширен. Первый хай-хэт играет, так сказать, прямую партию, просто вот такую, но на более низкой ноте. А второй будет играть уже, естественно, с ускорениями и настройкой velocity, как-то вот так. Можем нажать Alt-Q. Я выбрал вот этот пресет Dotted 16. И Start Time можно покрутить вот процентов на не больше, наверное, 15. Он все немножко смещает влево-вправо, чтобы получился такой немножко грувовый, немножко такой сбитый звук. И послушаем версию без квантизации, высоты тона и расширения. Ну, вроде неплохо. Но вот так-то лучше. Во второй части make unichem sample, и в range ставим тут 7, и опускаем, и make unichem паттерн ударный. Чтобы убрать расширенный 808, поставить на его место обычный и опустить его на ноту ля, а потом поднять на октаву вверх, потому что А4 слишком низко. Да? Больше особо никаких изменений нет, но можно еще сделать разве что вот какую-нибудь вот такую штучку для переходика. По-моему, не дурно. Вот такие биты получились сегодня. Их допиленные версии ты сможешь послушать в моем телеграм-канале по ссылке в описании, либо по QR-коду, который прямо сейчас есть на экране. Если еще не подписался на канал, то самое время это сделать, потому что этот видос тебя 100% чем-то зацепил, так что подпишись прямо сейчас. И вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio. Подробнее у меня ссылка в описании и в закрепленном комментарии. А на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока, и увидимся в следующем видео, в котором я продолжу дарить скилл тем, кому до него нет дела.